друзья, приехали мы на карасика. Деревня глубокая, озеро плоское. Время начала 9, только-только начинает цветать. Небольшой ветерок. Дядь Гена, Серега впереди. Серега сзади, дядь Сережа и Фесть. Набурили лунок. Палатку пока не ставим. Ну, набурили с тем расчетом, чтобы потом палатку поставить, если клевать будет. Чтоб уже потом не шуметь. Я две поставил, Евгена с этим по одной. Серега тут тоже разбурился. Дед Сережа. Серега чуть дальше. Только светать начинает. Будем ждать поклевку. Так, первый карасик. Тюка вытащил. Вот такой хороший. И мелкий. И дед Сережа одного дернул. Они в один момент. Ну, тоже хороший. Народу куча. Поставил я палатку. Две удочки. Здесь клюет. Рыбу уносил в пакет сразу, а то обуривать начали. Сейчас покажу, что наловили. Крупного не сильно много, но есть карасик разный. Видно, надеюсь. Смотрите, сколько народу. Сколько с утра было и сколько сейчас. Время 5 минут 11, сегодня 5 февраля. Глухо зимний. Ладно, пойду в палатку. Будем ждать поклевки. Собака пришла, породистая. Такая, девочка. Чего? Добрая. Колбаской ее угостили. Теперь возле нас крутится. С деревни, видать. Охотничья. Есть карасик. На верхнюю мормышку взял. Вот такой. Тут бутерброд у меня. Опарыш, мотыль. Зеваки стоят. Неплохой. Карасик. Че, побуривать будем? Мы такие не берем. Ну да. Мелкие. Мы крупнее. Сейчас прыгнет он туда. Где он, президент? Вот здесь девочки. Есть поклевка, друзья. Ой, красавец. Иди. На верхнюю мормышку. Надо другое. Все когда-то бывает. Вот такой. Я разворачиваю это сейчас. Будку. О, сошел. Небольшой. Маленький карасик сошел. Вот так на верху. На верхнюю мормышку взял, кстати. Попробуйте ее от дна поднять. Что ты говоришь? От дна поднимите, попробуйте. От дна? Ну вот он на верхнюю клюнул, где-то сантиметров она мне. 15-20. Плывет потихонечку. Народу много, все шумят.
сейчас еще джип тут ездил по льду. Вот еще едет. Вроде как успокоится, начнет поклевывать. Какой-нибудь шум посторонний. Зашугали, короче, карася. Время победы, друзья. Без 10 час. Вот все, что успел поймать до обеда. Клев перестал. Места менял. Бегал, толку нету. Народ тоже потихоньку разбегается. Не клюет. Но машин много. Еще народ сидит. Еще с часик посидим, посмотрим, будет, не будет клево. Если ничего не поменяется, поедем домой. Пока тишина. Вот последнего вот этого вытащил. На танцы где-то собирается. Нормальный такой. А? На танцы, наверное, собирается. Выходное. Друзья, клевать так и не начало. Будем собираться домой. Всем спасибо за просмотр. Ну, десяток карасей. Карасик разный, есть и мелкий, есть и отличный. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь.